Добрый день всем тем, кто не спешит, не собирается на Гавайи. Вот сегодня продолжается строительство 22 июля 2022 года. Уложены пока доски, практически больше половины на потолок. Уложены лаги, выставлены по уровню. На них будет там класса листвяная доска, на потолке елка. Иджис помогает мне в строительстве. Да, Иджис? Голос. Сиди. Хорошо сидит. Сидит. Молодец, молодец. Финочка тоже мне помогает. Молодец. Лакомится мясом. С 6 утра сегодня до 16:30 я работал. Теперь буду спокойно лакомиться вот таким вот вяленой свининкой и пить в удовольствие пиво «Сладовар». Итак, никогда не спешите на Гавайи. Делать там нечего. У нас лучше намного. И после такого напряженного рабочего дня я с удовольствием сейчас отдохну. Всем до свидания, всем здравия. Случайные зрители, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, дизлайки, комментарии, советуйте. Буду рад. Всего доброго.